Вы на канале компании Foodservice. В этом видео узнаем, в чем состоит разница и какое сходство между тесто-раскаткой DRM40/1 и тесто-раскаткой Farina Standard. Обе машинки произведены в Украине и относятся к классу механических, где движение волков и подача теста осуществляется вручную. Раскатки изготовлены из нержавеющей стали. Согласно техническим характеристикам, длина валов составляет 40 см. Хотя за счет боковых защит в тесто-раскатке Farina Standard фактическая длина валов равна только 37 см. Разница и в диаметре валов. DRM 60 мм, Farina 50 мм. Farina Standard имеет более компактные размеры. Габариты тесто-раскаток DRM40/1 625×428×232. Farina Standard 520×310×275. DRM40/1 поставляется практически в сборе. Имеет наклонную на 45 градусов платформу. Вам остается лишь зафиксировать аппарат ко столу с помощью струбцин и установить ручку. Кстати, ручку можно закрепить с обеих сторон, как слева, так и справа. Перед использованием тесто-раскатки Farina Standard необходимо установить лоток для подачи теста. Для этого вам понадобится отвертка. Далее закрепляем ко столу и устанавливаем ручку. Ручка только с левой стороны. Далее прошу особого внимания. Тесто-раскатка DRM40/1 имеет полностью точеные валы. Они ровные и полностью прилегают друг к другу, создавая ровную по плоскости заготовку. В модели Farina Standard производитель изготовил валы из сварной трубы. И хотя труба достаточно качественно шлифована и сварной шов вы скорее всего не заметите, достичь ровной по плоскости заготовки вам, к сожалению, не удастся. Допускается, что сварные трубы из тонкого металла могут быть слегка гнутые. Это становится видно, когда свести валы в положение 0. При обороте наблюдаются щели между валами. То есть в некоторых местах валы плотно не прилегают друг к другу. Если согласно технологии, которую вы используете, допускается небольшая погрешность в общей плоскости заготовки, то переживать по этому поводу не стоит. Диапазон регулировки толщины теста в DRM составляет от 0 до 7 мм, Farina Standard от 0,2 до 15 мм. И хотя DRM40/1 имеет удобные ручки регулировки расстояния между валами, в свою очередь в тесто-раскатке Farina Standard есть разметка толщины теста. В DRM разметки нет. Обе тесто-раскатки относятся к классу профессионального оборудования и имеют металлические шестерни. Потому, учитывая ценовое отличие, вы выбираете между тесто-раскаткой DRM, габаритной, более тяжелой, без разметки толщины теста, но с точенными ровными валами и возможностью двухсторонней установки ручки. И тесто-раскаткой Farina Standard, компактной, более легкой, с разметкой толщины теста, но с валами из сварной трубы. Специалисты компании Foodservice рекомендуют данные тесто-раскатки для ежедневного использования в условиях коммерческой нагрузки. Потому определяйте параметры, которые из них наиболее соответствуют вашим критериям выбора, и заказывайте в интернет-магазине компании Foodservice. В компании Foodservice представлены тесто-раскатки различных производителей. Детальное описание, характеристики, цены и отзывы вы можете посмотреть на сайте компании по ссылке в описании снизу под этим видео. Подписывайтесь на канал компании Foodservice, комментируйте, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые обзоры.